Дружба руководителя боевого братства Ленинского городского округа Владимира Писаченко и кузнеца из Донецка Виктора Михалева зародилась в начале года. Тогда мастер работал над созданием звонницы из гильз. Договорились, что свое место мемориальный комплекс займет Видном. На днях Владимир привез скульптуру. Благодаря Владимиру у нас завязались такие, знаете, очень доверительные, очень хорошие, теплые отношения. Не только с нашими бойцами, с кем мы уж точно родственные отношения и родственные связи, но и с населениями, и с теми, кто там живет. И сегодня мы получили от Владимира, из его рук получили не один подарок, а даже два. В ответ нашим жителям пришла звонница, а второе – пришла видеоблагодарность. Звонницу кузнец создавал в память о детях, погибших в войнах разных лет. Гильзы, из которых сделана скульптура, собраны под Мариуполем. Любой желающий, находящийся в нашем городе, может прийти, взять, как говорится, вот этот ключ и, грубо говоря, одним ударом помянуть любого ребенка, который был погибший, неважно, в каком он был возрасте. Ко дню защиты детей частичка Донбасса найдет свое место. На открытие скульптуры планирует приехать ее создатель, кузнец Виктор Михалев. Вот эта благая цель, благая задача, она была также поддержана руководителем Совета депутатов, председателем Радчик Станиславом Николаевичем. Мы постарались реализовать данную цель для того, чтобы в память установить у нас вот на мемориале именно вот эту звонницу. Также с Донбасса Владимир Писаченко привез письма, которые в ответ на детские открытки написали бойцы специальной военной операции. Юлия Погосьян, Кирилл Иванов, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.